Фурсика! Тише! Сань! Сань! Что для чего? Убийцы нет! Жив, жив, малютка! Прошу и сразу живую присягу четвертовать! Надо рад Господня на тобой! О? Однажды в вечерний час пришел ко мне пастух, уже маститый старец, и тайну мне чудесную поведал. Еще ребенком сказал он я ослеп, и с той поры не знал ни дня, ни ночи до старости. Напрасно я лечился и зельем, и тайным нашептал.
и славе зи святых кропил водой целебной очи. Напрасно и так я к тебе свое привык, что даже сны мои мне виденных вещей уж не являли, а снились только звуки. Раз в глубоком сне вдруг слышу детский голос, зовет меня. Так внятно зовет: встань, дедушка, встань, иди ты в Углич-град, зайди в собор Преображения, там помолись ты над моей могилкой. Знай, дедушка, Дмитрия царевич, Господь приял меня в лик ангелов своих, и я теперь Руси великий чудотворец. Проснулся я, подумал, взял с собою внука и в дальний путь поплелся. И только что склонился над могилкой, так хорошо вдруг стало, и слезы полились, обида тихо полились. И я увидел и Божий свет, и внука, и могилу. Ой, душно, душно, сердце! Царевич, а скорей, ох, тяжко мне всему,